Городской конкурс талантов на Олимпе совершенства уже в 7-й раз собирает творчески одаренных димитровградцев. Я не столько за победу, столько за тем, чтобы показать себя, посмотреть другие таланты. В городе много талантов, и это интересно посмотреть. На этот раз перед зрителями жюри выступили 28 конкурсантов в 7 различных номинациях. Выступления отличались и жанровым разнообразием, от вокала до оригинального жанра, и возрастом участников. Мы участвуем первый раз, но мы просто хотим поучаствовать. Если повезет, тогда и выиграть. А ты как думаешь, вы победите? Ну, не знаю. В итоге в каждой номинации определился свой победитель. А гран-при фестиваля, по мнению жюри, удостоились Алексей Чертухин и Анастасия Маркелова, выступавшие в номинации «Хореография». Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.